Казанском университете обсудили проведение предстоящего международного конгресса лингвистов. Все подробности далее. В рамках встречи была создана рабочая группа по подготовке и проведению 21-го международного конгресса лингвистов, который пройдет в Казанском университете летом 2023 года. Соорганизатором является Институт языкознания Российской академии наук. Напомним, что заявка на проведение конгресса была одобрена летом прошлого года Международным комитетом лингвистов. Это самая авторитетная и серьезная профессиональная ассоциация. И сегодня прошло первое заседание организационного комитета по организации проведению данного конгресса лингвистов. Были обсуждены такие вопросы, как финансирование, формат мероприятия, который будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире, информационное освещение в СМИ, проживание и питание участников конгресса, а также культурные программы для них на время пребывания в Казани. В ближайшее время мы договорились о том, что соберемся отдельно по каждой проблеме, обсудим, подготовим свои предложения. Отметим, что почетным президентом конгресса выступит президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Президентами конгресса также выступит ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик. Уникальность проведения международного конгресса лингвистов в 2023 году в том, что Казанскому университету выпала честь стать первой российской площадкой. Конгресс проводится раз в 5 лет, и до этого в России не проходил ни разу. То, что в 2023 году наш Казанский федеральный университет посетят авторитетные лингвисты, мне кажется, как раз это напрямую скажется, в том числе и на повышение нашего Казанского федерального университета в мировых предметных рейтингах в области лингвистики, современных языков, гуманитарных наук. Конгресс пройдет в Казанском университете с 25 июня по 2 июля 2023 года. Диана Шеленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.